За 3 года, что мы женаты, Джао Тянань приходил всего пару раз. Муж лишь по документам. А на деле он всего лишь незнакомец. Тянань. Разве ты позвала меня сюда не просто для развлечения? Нет. Сегодня у нас 3-я годовщина свадьбы. У меня для тебя подарок. Подарок? Не нужно. Для меня твои подарки всегда ужасны. Джао Тянань, хотя бы сегодня ты можешь улыбнуться мне. Что мне надо сделать, чтобы не разозлить тебя? Я здесь, рядом с тобой, в эту проклятую годовщину. Она не проклятая. Не так уж и много годовщин бывает в жизни. Может, все уже позади, и следующей не будет. Ты правда допустишь это? А ты как думаешь? Постой. Подарок еще не готов. Джао Тянань, давай разведемся. Давай разведемся. Зачем тебе это? Из-за денег? Ты никогда и ничего не делаешь просто так. Мне не нужны деньги. Если ты не против, подпиши. Шэнь Синьяо, с меня хватит. У меня нет времени играть в твои скучные игры. Я же сказала, у меня для тебя подарок. Смотри. Разве это не замечательный подарок? Серьезно? Сегодня только радость. Никаких ужасных сюрпризов. Хорошо. Не пожалей. Шэнь Синьяо, поздравляю тебя с разводом. Синьяо, ты правда хочешь развестись с Тянанем? Ты же любишь его до безумия. Да, люблю. Но у него на уме другая. 3 лет... Достаточно, чтобы привыкнуть друг к другу, но он... Госпожа Шэнь, разведись с Тянанем, чтобы мы с ним могли обручиться. Обручиться? Госпожа Сюй, мы с ним женаты уже 3 года. Если бы я не уехала за границу, ты бы не вышла за него замуж из-за фальшивой беременности. Ты украла моего возлюбленного детства, пришло время все вернуть. Что бы вы ни говорили, я жена Джао Тянаня. Я его не брошу. А Тянань говорил, что ты отвратительна. Как вонючий липкий пластырь с собачьей кожи. Ты знала, когда он приходил ко мне, я пылала ненавистью от мысли, что ты к нему прикасалась. Ты мучила его 3 года и все еще не хочешь отпустить? Он... Да, все 3 года мы с ним встречаемся, он меня любит. Что до тебя, надеюсь, у госпожи Шэнь есть хоть капля достоинства. Иначе мы сами все за вас решим. Возможно, наш брак
был ошибкой с самого начала. И чтобы не мучить друг друга, лучше отпустить. Ты чего так на меня смотришь? Я сказала что-то не то? Нет! Я думаю, ты сказала все правильно. Я не ожидала. У повернутой на любви вдруг начали работать мозги? Сама ты повернутая. Кто сказал, что это не так? 3 года назад под псевдонимом Пенни ты создала коллекцию украшений и вызвала огромную сенсацию. Тебя назвали гениальным дизайнером. Если бы ты не бросила все и не вышла замуж за богача, ты бы отправилась в Париж, и сейчас была бы известна на весь мир. Ты еще не знаешь? Есть инвесторы, готовые вложиться в твои украшения. Инвесторы? Прекрасная новость. Посмотри. Я все еще знаменита. Джоу Тин Ань вложил 3 миллиона на покупку дизайна ожерелья? Вот же кобель. Разбрасывается деньгами, чтобы ты ушла ни с чем. Синьяо, и ты смиришься с этим?